Ирниту готовится встречать участников Зимнего градостроительного университета. Представители 10 стран мира, зарубежные отечественные таланты в области урбанистики съедутся на ежегодную мастерскую уже на следующей неделе. Интернациональным командам, опираясь на научную школу и градостроительный опыт своих государств, предстоит предложить варианты развития территории полуострова Затон в Иркутске. Затон – это перспективная площадка для города, потому что мы понимаем, что сейчас это место в городе, где города нет. Площадка, она очень имеет большой потенциал. Там можно развернуть пляжи, там можно устраивать рекреационную зону, жилую зону. И поэтому эта площадка будет развиваться в будущем. Европа, Азия и Африка. Всего 20 человек. Особенностью этого года станут небольшие команды по 5 участников. В каждую войдет социолог, специалисты по городскому проектированию. Зарубежный взгляд свежесколоченного коллектива дополнит иркутянин. Так решил научный руководитель, так называемый пилот сессии, архитектор из Германии Барбара Энгель. Она считает, что в маленьких командах намного проще работать, за ними легче следить, потому что в этом году у нас также новая практика ассистента пилота. Они не закреплены за командами. Это очередной наш эксперимент. То есть как покажут себя небольшие команды без явного лидера, который над ними наставлен. Варианты трансформации территории команды будут генерировать до конца февраля. Затем представят свои проекты иркутским экспертам и администрации областного центра.